связи с непризнанием президентом Туркменистана Бердымухамедовым наличия коронавируса COVID-19 и большой смертности среди населения 17 января 2021 года был организован Zoom-протест. В феврале 2021 года в связи с убийством 14-летнего несовершеннолетнего спортсмена Сулеймана Турсунбаева активистами ДВТ совместно с другими оппозиционными силами были организованы челленджи, выступления на различных медиаплощадках и Zoom-протест. Также были сделаны письменные обращения в различные правозащитные инстанции. В марте 2021 года активистами ДВТ была проведена акция по расклеиванию листовок в Туркменистане. В связи с этим в Туркменистане были задержаны активисты Дидар Аширов и Довран Галыжов. 25 марта прошел Zoom-протест по поддержке незаконно задержанных наших активистов. Были осуществлены сотни челлендж-протестов в поддержку Дидара Аширова и Доврана Галыжова. В апреле 2021 года активистами ДВТ были расклеены листовки в городе Берлине у здания Бундестага и у здания Рейхстага. Проведено официальное видеообращение лидера ДВТ Мурада Курбанова к главе Центра ОБСЕ в Туркменистане господину МакГрегору. Суть выступления – информирование господина МакГрегора о тотальном нарушении прав человека в Туркменистане. 1 августа 2021 года проведен протест напротив Генерального консульства Туркменистана в Стамбуле. При этом были задержаны следующие активисты: Жумасапар Дадибаев, Камил Абулов, Халназар Гаипов, Гадам Тачназаров, Гофшут Араскулиев, Нурмухамед Аннаев, Сердар Хаджаниписов, Давран Аннаев. Проведены многочисленные выступления и организованы видео-челленджи в поддержку задержанных активистов. В августе 2021 года состоялся одиночный протест перед зданием ООН в Женеве. Протест был связан с прохождением 47 сессий ООН по правам человека. 13 октября 2021 года выступление Мурада Курбанова на встрече туркменских студентов, обучающихся в Украине с послом Туркменистана Тойлы Атаевым, выступление проходило в здании Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. 29 сентября 2021 года в Нью-Йорке перед зданием ООН активисты ДВТ с другими партиями провели протест в поддержку политических заключенных в Туркменистане. 6 ноября 2021 года активисты ДВТ запустили акцию «Стрелка». 15 октября 2021 года выступление Мурада Курбанова на конференции ОБСЕ в Варшаве, Польша. Тема «Нарушение прав человека в Туркменистане». 16 ноября 2021 года выступление Мурада Курбанова на заседании ОБСЕ в Варшаве, Польша. Тема «Гендерное неравенство. Защита прав женщин». Была проведена челлендж-акция о введении персональных санкций против президента Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедова и министров правительства Туркменистана Рашид Мередов, министр иностранных дел Гурбан Марат Аннаев, министр МХМ Батыр Аддаев, генеральный прокурор Гуванч Марат Усаниписов, председатель Верховного суда. 25 января 2022 года в Нью-Йорке прошел протест с участием активистов ДВТ. Тема протеста – освобождение политических заключенных Мансур Мингилов, Жумасапар Дадибаев, Алабердеев Пыгамберде, Марат Душемов. 21 января и 7 февраля 2022 года проведены Zoom-конференции с активистами Казахстана. Объединенные демократические силы Туркменистана намерены и впредь продолжать борьбу с тиранией и диктатурой как внутри страны, так и за ее пределами. В эти дни мы заявляем свою солидарную поддержку нашего кандидата, лидера ДВТ Мурада Курбанова, на пост президента Туркменистана. Мы намерены в этой предвыборной кампании направить все силы для объединения народа Туркменистана ради демократических перемен и освобождения нашей страны.